Григорий, исполнительный директор оргкомитета. Давай по поводу Общероссийского строительного конгресса. 8 октября в здании управления делами президента. Состоится профильное заседание по строительной отрасли. Вот обсуждаться государственная политика в отношении строительного сообщества. Приедут профильные министры, представители Российского союза строителей. Будут освещаться инфраструктурные проекты по регионам. Есть возможность поучаствовать в их реализации. Представить свой проект, если есть получить финансирование. Есть инвесторы из Эмиратов, работаем с ФТБ и ФТП. Хочу узнать, какой аспект мероприятия вам был бы наиболее интересен. Что бы вы хотели конкретно получить? Может выбить финансирование, с кем-то встречу организовать, в проект вас подключить. А я, соответственно, возможностями посодействую. Более подробную информацию вы вышли на почту моей помощники. Когда созвонимся, удачи!